починати нашу роботу. Мене звати Гелетуха Георгій, я голова правління Біоенергетичної асоціації України. І ми проводимо сьогодні наш уже традиційний захід, Йобіо Фрайді. Сьомий він уже у нас. І ідея цього заходу, взагалі серії цих заходів, це в спокійному режимі з одним спікером обговорити тему, в якій він добре розбирається. Як правило, ми даємо там 30, 40 чи скільки потрібно хвилин на доповідь, і потім ще до години задаємо питання і проводимо дискусію. У нас цей захід був запланований ще на 19 грудня, але якщо ви пам'ятаєте, саме в той день була така активна ракетна атака на Україну, і технічно це було вже неможливо в той день провести цей захід. Ми його перенесли практично на місяць. Ну, сьогодні, здається, ситуація значно спокійніша, і сподіваюсь, ми сьогодні успішно його проведемо. У нас в гостях Олександр Маліцький, віце-президент Української асоціації промислових біотехнологій, засновник і CEO компанії Integraferm EU з Австрії. Має десятки реалізованих проєктів в сфері будівництва та реконструкції заводів, створення спільних виробництв, АСУ-ТП, галузі енергетики, впровадження ІРП-систем. Тема сьогоднішнього нашого заходу – біоенергетика і промислові біотехнології. Пан Олександр за освітою інженер-механік, закінчив Томський політехнічний інститут, також здобув додаткову освіту в галузі фінансового менеджменту, управління кадрами у відкритому університеті Великобританії. У радянський період 81-92 рік працював на підприємстві оборонного комплексу СРСР, що спеціалізувалося на виробництві компонентів систем управління ракетно-космічної техніки. З 92 по 2002 роки керівник служби маркетингу та продажів компанії Метран, один з засновників компанії, брав активну участь в розробці, налагодженні виробництва та реалізації базового комплексу засобів автоматизації технологічних процесів Метран. З 2002 по 2012 роки займався в Україні інвестиційною діяльністю, реалізацією низки виробничих та маркетингових проєктів. З 2012 постійно мешкає в Австрії. З 2015 у 2015-17 роках пройшов перепідготовку в європейських компаніях за напрямками маркетинг, продажі, організації виробництва, промислові біотехнології. З 2018 року активно займається в Україні проєктами глибокої переробки зернових. І перед тим, як я надам слово пану Олександру, кілька технічних буквально об'яв. Прохання всім тримати мікрофони виключеними. І коли буде дискусія, от тоді ви можете підняти руку або просто включити мікрофон і задати своє питання, або висловитися. Або питання можете задавати в чаті. Тут в цій системі є чат, і все, що ви туди напишете, ми спробуємо відповісти. І друге, у нас іде пряма трансляція нашої події в Facebook на сторінку UABio. І ті, хто дивиться нас в Фейсбуці, теж можуть поставити питання в коментарях до цієї трансляції. Нам їх передадуть сюди в чати, ми теж на них спробуємо відповісти. Здається, я про все важливе сказав. Пане Олександре, вам слово, будь ласка. Дякую, пан Георгий. Добрый день, коллеги. В первую очередь я хочу поблагодарить организаторов этого мероприятия за предоставленную возможность поделиться своими мыслями и знаниями на объявленную тему. Спасибо всем, кто присоединился сегодня, несмотря на пятницу, на какие-то там неурядицы, связанные с событиями, с войной. Присоединился к нашему мероприятию и примет участие в нашей дискуссии. Ну, собственно, пан Георгий уже достаточно хорошо представил меня, рассказал, поэтому я приступлю уже к теме. Ну, я рассчитываю где-то минут за, может быть, 40 уложиться, может быть, чуть пораньше. Значит, мы объявили сегодняшнюю тему, назвали «Биоэнергетика и промышленные биотехнологии». Значит, я уже свои последние выступления начинаю
с вот этой вот цитаты федерального канцлера Германии Шольца, который из его выступления, который он выступал на открытии международной конференции стран Большой Семерки и Европейского Союза по вопросам восстановления Украины после вторжения России. Это мероприятие состоялось в Берлине 25 октября 2022 года. Вот цитата, я ее все-таки прочитаю. «Начинать восстанавливать Украину необходимо уже сейчас, несмотря на то, что война еще бушует. Необходимо думать о том, какой может быть передовая, самодостаточная, устойчивая Украина. Это может быть Украина, которая является крупным производителем зеленой энергии, поставщиком промышленной и сельскохозяйственной продукции с высокой добавленной стоимостью, передовая страна в сфере цифровых технологий, член Европейского Союза с соответствующей инфраструктурой и законодательной базой». Ну, собственно, это практически программное заявление на долгосрочный период в отношении Украины и создание отрасли переработки сельскохозяйственной продукции на основе промышленных биотехнологий – это одно из важнейших направлений, которое будет способствовать становлению и модернизации, восстановлению, вернее, модернизации украинской экономики после войны. Соответственно, я полностью согласен с сказанным, что заниматься надо этим сейчас. Кто-то хлопцы воюют на фронте, ну, а кто-то имеет возможность в это время готовиться к будущему, чтобы они пришли, а подготовка уже проведена. Значит, ну, я немножко остановлюсь на том, что такое промышленные биотехнологии, какую-то классификацию. Вообще, в целом, биотехнология – это достаточно относительно молодая наука, бурно развивается в последние, скажем, последние половина прошлого века и начало 21-го. Это сфера научной деятельности, которая основана, вернее, на пограничье всех практически наук естественных. Это физика, и химия, и биология, и анатомия, там, и медицина, и так далее, и так далее. Поэтому здесь классификация достаточно условная. Многие сферы, многие достижения, они перекликаются, но тем не менее условное деление существует промышленных биотехнологий, выделяются биотехнологии для медицины, биотехнологии для переработки отходов, биотехнологии для сельского хозяйства, для выращивания сельскохозяйственных культур. И вот выделяются так называемые промышленные биотехнологии. Это производственные процессы с применением в качестве инструментария бактерий, дрожжей и ферментов. Вот сами промышленные биотехнологии, здесь тоже внутри достаточно условное разделение. Многие организации, институты научно-исследовательские и законодательные, они дают каждый свое деление, но я вот останавливаюсь на таком делении, которое, мне кажется, наиболее полно вот отражает существующие процессы промышленных биотехнологий. Во-первых, это направление, которое занимается производством энергии из возобновляемого сырья, из биомассы, так называемая биоэнергетика. А второе направление – производство пищевых продуктов и пищевых ингредиентов, кормовых добавок, органических химикатов для фармацевтии и других отраслей промышленности путем биопереработки агрокультур. Ну, чаще всего в этом смысле называют так называемую глубокую переработку зерновых. Хотя, конечно, перечень агрокультур значительно шире, и биопереработка промышленной биотехнологии занимается всем спектром агрокультур. И третье – это производство энзимов, ферментов для различных биотехнологических процессов. Ну, собственно говоря, это по факту инструментальное производство. Это направление, которое занимается инструментом, который используется непосредственно вот и в первой, и во второй группе биотехнологий. Значит, я хочу сразу отметить, что они, конечно, имеют ярко выраженный общий инструментарий, но при этом каждое из направлений имеет свою специфику. В первую очередь, это по конечным продуктам. Да, биоэнергетика, там мы можем отнести и жидкие биотопливо, и биогаз, и биометан.
это своя специфика и, соответственно, своя рыночная ситуация и, соответственно, свои сферы применения. Да? Значит, и, собственно, можно сказать то же самое о двух других направлениях. Ну, поскольку я сегодня выступаю от имени Украинской ассоциации промышленных биотехнологий, в сферу наших интересов попадает именно вторая группа промышленных биотехнологий – это производство продуктов путем биопереработки агрокультур. Однако при этом следует отметить, что и первая, и вторая группа, и третья группа для нас представляют тоже очень серьезный интерес, потому что биоэнергетика, она позволяет очень эффективно решать вопросы энергообеспечения предприятий. Я коротко отмечу там, постараюсь там один пример, по крайней мере, привести. И вот в сегодняшней ситуации, во-первых, это с высокой ценой на энергоресурсы связаны. Значит, во-вторых, очень многие хотели бы организовать производство, построить завод по биопереработке на таких локациях, где, ну, есть, допустим, транспортная разведка, но совершенно отсутствует какая-то там подвод газа, подвод электроэнергии. И вот за счет биоэнергетики практически можно решить полностью энергообеспечение предприятия. Это выработка электроэнергии, это выработка биогаза там, для производства тепловой энергии того же пара для технологических процессов. И здесь обеспечить тем самым полную автономию такого предприятия. Значит, третье – энзимы. Ну, я еще раз повторюсь, я отношусь к этому как инструментальное хозяйство. Они тоже самые важны. Значит, ну вот я как раз немножко еще вернусь, что мы недавно приступили к разработке проекта завода по производству топлива этанола мощностью 33 тысячи тонн в год. Значит, и там требуется для выработки пара примерно около 500 кубических метров в час природного газа. Далеко там находится газовая ветка, во-первых, большие затраты на проведение газопровода. Значит, но основное там, конечно, это препятствие, это высокая цена на газ сегодня. Поэтому посмотрели вариант, когда послеспиртовую барду направить на производство биогаза. Причем мы посчитали, что если направить всю послеспиртовую барду, то это будет примерно около 3000 кубических метров в час биогаза. И, в общем-то, этого количества, предварительные расчеты показывают, вполне достаточно будет с применением установок по генерации, с применением котлов на биогазе для выработки пара для собственных технологических нужд и для выработки электроэнергии, которая обеспечит полностью нужды своего предприятия. Причем там очень хорошо могут быть решены вопросы регулирования. Да, это потребление электроэнергии его и производство электроэнергии. Поэтому использование биоэнергетики в проектах наших, да и не только наших, они могут быть в других отраслях использованы, нам крайне интересно. Значит, если говорить об инструментарии и почему мы заинтересованы, тут в качестве примера я могу привести, что обычно вот процессы производства этанола, грубо говоря, спирта, строятся на основании того, что при концентрации алкоголя в сусле на уровне 3-4% брожение замедляется. При 7-8 дрожжи не размножаются, ну а при превышении 10% порога они перестают перерабатывать сахар, и брожение прекращается. Фактически процесс производства спирта останавливается. Значит, на сегодняшний день выработаны специально оптимизированные штаммы дрожжей, использование которых позволяет проводить процессы брожения при концентрации спирта в сусле на уровне 12-15%. То есть, ну, фактически может речь идти об увеличении выхода готовой продукции в 2 и выше раз с того же объема сырья. То есть, это, ну, просто кардинальное повышение эффективности работы предприятия. Значит, увеличение содержания спирта в сусле, то же самое, там, с 8-15%, может обеспечить снижение потребности в пара на 20-25%. Это большая
экономия по затратам на производство пара и повышение энергоэффективности предприятия. Также можно сократить количество химических веществ для регулирования pH. То есть эти направления для нас важны и интересны, поэтому мы всегда их отслеживаем, какие там новшества, и те технологические компании, с которыми мы сотрудничаем, они, в общем-то, являются разработчиками таких инструментариев. Значит, что касается конкретно промышленных биотехнологий непосредственно второй группы, которая представляет сферу наших интересов, то тут сферу наших интересов, то тут свою очередь... Алло? Да, да. Так, прохание выключить микрофон. Да, оставь. Завожает. Так, хорошо. Пожалуйста. Значит, если говорить о промышленных биотехнологиях второй группы, которая представляет основную сферу интересов нашей ассоциации, то их, в свою очередь, тоже можно выделить три группы, достаточно условные, но, тем не менее, они будут отражать какие-то отдельные направления. Значит, первая группа – это процессы ферментного гидролиза. Это процессы, в которых ферменты служат как биокатализаторы для ускорения химических реакций. Значит, наиболее характерные, часто встречающиеся операции – это операции гидролиза крахмала, при котором уже крахмал разделяется и выделяется основное вещество, которое будет исходным сырьем для дальнейшей переработки – это глюкоза. Значит, следующие процессы, группа процессов – это ферментация, процессы, суть которых состоит в преобразовании предварительно обработанного биосырья в желаемые продукты с помощью особых метаболических свойств специализированных микроорганизмов. Ну, сюда можно отнести производство спирта, производство органических кислот, того же лизина, значит, аминокислот, ну и еще целая группа товаров. И третий процесс – процесс культивирования, процесс, при котором конечным продуктом является сама биомасса микроорганизмов, а сахаросодержащие сырье, например, глюкоза или мелаза, они являются питательной средой для роста этих микроорганизмов. Ну, наиболее характерный пример здесь – это производство дрожжей. Значит, здесь вот такую я нарисовал схемку, назвали мы ее биотехнологическая конверсия растительного сырья на основе промышленных биотехнологий с высокой добавленной стоимостью. Да? Значит, мы выделяем здесь, ну, в шапочке видите, растительное углеводородное сырье. Значит, я боюсь тут показывать стрелку, чтобы не переключить. Растительное углеводородное сырье. Я сразу же вот выделю, обращу внимание, масличные культуры, из которых мы здесь выделяем рапс, потому что это сырье для производства биодизеля, ну, в общем-то, это биоэнергетика та же самая. И, в принципе, сегодня это достаточно интересная тема, связана особенно в Евросоюзе, связана с тем, что с 2021 года Евросоюз должен поэтапно сократить биодизель, произведенный на основе пальмового масла. И, соответственно, замещение этого биодизеля все равно будет использоваться на долгом периоде, долгосрочном. И одно из первых замещающего сырья на первом месте – это рапс, который известен, из которого много производили и производят биодизеля. Безусловно, там очень интересное направление, и которое сегодня хорошо развивается, это производство биодизеля на основе отходов, пищевых отходов, это человеческой деятельности, да, и отходов производства. Но здесь это очень перспективное направление, безусловно, но здесь нужно решать ряд серьезных организационных вопросов по сбору этого сырья, потому что надо там будет вывозить из кафе, из ресторанов и домов пищевые отходы. Ну, достаточно серьезная тема, которой страны развиваются. Ну, поэтому здесь использование рапсов в качестве биодизеля, оно будет продолжаться еще, ну, по нашему мнению, достаточно длительный период. Но в целом основным, конечно, сырьем для промышленной биотехнологии это является растительное углеводсодержащее сырье. В первую очередь это зерно зерновых культур,
среди них это кукуруза, пшеница. И если применение к Украине, то это свекловичная мелассы с учетом того, что в Украине достаточно хорошо развита сахарная промышленность. Значит, здесь, в общем-то, представлена ну, практически укрупнена практически вся продуктовая линейка, которая может быть произведена на основе промышленных биотехнологий из растительного углеводсодержащего сырья. Ну, если что касается зерна, чаще всего сегодня используется для переработки зерна, для предварительной, это мокрые, процессы мокрого помола, хотя в случаях с производством спирта там есть еще и другие варианты. И на этом этапе мы получаем целую группу продуктов, которые, каждый из которых является конечным продуктом и может быть самостоятельно реализован. Ну, в первую очередь, это крахмал, нативный крахмал. На их основе существует целая серия модифицированных крахмалов. Это глютеновый корм, это может быть пшеничный или кукурузный глютеновый корм, который как самостоятельное применение глютен. И кукурузный зародыш, в случае сырье у нас зародыш. Если сырье у нас зерно кукурузы. Каждый из этих продуктов имеет свой рынок сбыта, свое широкое применение. И поэтому мы его здесь выделили как группу вторичных продуктов. Значит, далее после процесса мокрого помола выделяется, происходит гидролиз крахмала. Основная задача которого это из крахмала выделить глюкоза. И вот глюкоза как раз и является основным продуктом, основным сырьем для всех дальнейших процессов. В процессе вот выделения глюкозы там еще образуется ряд вторичных продуктов, всевозможные крахмалы. Значит, эти вторичные продукты могут также использоваться в биоэнергетических процессах, могут использоваться для производства того же биогаза. Значит, первое, что может быть, значит, произведено из глюкозы. Ну, это так называемая группа крахмальных сахаров. Это глюкозные и глюкозно-фруктозные сиропы. Это кристаллическая фруктоза, мальтодекстрин, мальтозы и так далее, и так далее. Их большое количество. Они очень хорошо, активно используются в качестве заменителя натурального сахара. Используются в пищевой промышленности, используются в медицине, фармацевтии, в медицине. И она сама по себе имеет хорошие рынки сбыта. Значит, далее уже идут непосредственно процессы ферментации. Здесь мы все объединили, просто назвали их ферментацией. Ну, в первую очередь, это производство дрожжей пекарских, да. И на их основе может быть произведен такой интересный продукт, как экстракт дрожжей. Очень перспективный. Далее это этанол, всем известный, да, так называемый возобновляемый этанол и группа, на основе которого может быть произведена одна из карбоновых кислот, уксусная кислота, которая вырабатывается из нейтрального спирта. Это группа аминокислот, среди которых наиболее известен лизин, как кормовая добавка, особенно для птицеводства. Группа карбоновых кислот, среди которых наиболее известна это лимонная кислота, молочная, бутановая, пропионовая и так далее, и так далее. По каждой этой группе там достаточно большая разновидность. Ну, собственно, это вот такое предварительное укрупненное представление о том, какие группы продуктов могут быть получены на основе растительного углеводсодержащего сырья. В первую очередь это зерно пшеницы, кукурузы и свекловичная мелассы. Значит, ну, здесь вот я сделал небольшой такой график. Это он сделан на основе информации ведущих аналитических агентств мировых о перспективах по каждой группе на долгосрочный период, здесь до 2030 года. Ну, скажем, предсказывается рост топливного этанола на уровне, среднегодовой рост на уровне 4,6%, лимонной кислоты 4,8%. Группа крахмальных сахаров 5%. Ну и самый большой рост предсказывает этот экстракт дрожжей, средний годовой рост на 8,7%. Ну, в общем-то, практически все пищевые ингредиенты, которые изготавливаются на основе промышленных биотехнологий, они имеют устойчивую тенденцию роста в долгосрочном периоде. Связано это
в первую очередь, конечно, за ростом численности населения планеты. Второе, что в последние десятилетия растет запрос потребителей на продукты, состоящие из натуральных растительных ингредиентов. Особенно это касается Юго-Восточной Азии, это Китай, Индия. Значит, и повышение уровня жизни в странах Азии, Африки, это серьезный фактор роста для всей этой продуктовой линейки. Поэтому здесь любой из этих продуктов можно брать. Общая тенденция в долгосрочном периоде, она все равно будет с положительной динамикой. Разница в процентах, она будет существовать, по годам могут быть какие-то колебания, но средняя она будет такой. И наблюдение за последние годы, там можно взять за несколько десятилетий, все это подтверждает. Значит, здесь я хотел бы обратить внимание на особенности проектов заводов по переработке агрокультур, которыми мы активно занимаемся. Значит, во-первых, должно быть понимание, что эти проекты достаточно дорогостоящие. Объем инвестиций, как правило, здесь превышает 40-50 миллионов евро и выше. Значит, сроки окупаемости этих проектов относительно длинные, 5-7. Конечно, там бывают исключения, и можно построить там небольшие заводы, ну, по переработке, допустим, производство топливного этанола там на 30 тысяч тонн в год, там стоимость может быть выше, это зависит уже от факторов локации этого завода. Сроки окупаемости то же самое. У нас был один проект по производству моногидрата глюкозы, где в Украине, где мы просчитали, у нас получился срок окупаемости 3,5 года. Ну, это просто там феноменальный проект. Но, тем не менее, такое было, это уже не вычеркнешь. Значит, надо обратить внимание, что каждый из этих проектов – это проекты с высокой энергоемкостью и водопотреблением 5,5. То есть там нужно говорить о 5-6 и выше мегаваттах потребления электроэнергии, 100-150 кубических метров в час потребления воды. Поэтому вот часто обращаются люди о том, что вот у нас там есть площадка, там старый завод, у нас электроэнергия, и все, начинаешь спрашивать, какова там подведенная потребляемая мощность. Ну, они называют такие цифры, понятно, что они не подходят. Поэтому надо это учитывать. Значит, производственные процессы проходят при значительно более низких значениях давления и температуры относительно традиционных химических процессов. Это очень важный фактор. И это положительный фактор, особенно для экология воздействия предприятия на экологию, да, на безопасность производственных процессов. Значит, существенный фактор положительный, что в качестве сырья может использоваться зерно с невысокими качественными характеристиками, ну, скажем, там 4-го класса, да, 3-го, 4-го, фуражное зерно, битое зерно, которое достаточно сложно реализовать или реализуется по очень низким ценам. Требуется для функционирования этого предприятия требуется высококвалифицированный персонал и со знаниями технологий, и со знаниями автоматизации. Поэтому здесь при проектировании такого завода необходимо особенно внимание уделять возможности укомплектования будущих кадрами этого предприятия. По большинству продуктов, о которых я рассказывал выше, емкость украинского рынка недостаточна для реализации. Ну, завод должен отвечать определенные, скажем, точки безубыточности, когда он становится рентабельностью. И вот эти вот точки безубыточности, она зачастую в несколько раз превышает потребности внутреннего рынка Украины. Поэтому, конечно, при проектировании строительства такого предприятия необходимо сразу же ориентироваться на экспортные возможности. В первую очередь, конечно, я считаю, это страны Европейского Союза, с учетом перспектив Украины стать членом Европейского Союза, ну и мировой рынок, который никто не закрывает. И если продукция изготавливается в соответствии с европейскими сертификатами, то она практически будет иметь возможность реализовываться по всему миру. Значит, ну и вот последнее, я хотел обратить внимание, вот последнее время мы это столкнулись, да, когда люди применяют тендерные процедуры,
для реализации какого-то проекта, связанного с процессами биопереработки. Но, в общем-то, мы всегда исходим из того, что каждый такой проект индивидуален. И поэтому здесь, ну, может быть, даже и реально какие-то тендерные процедуры проводить, но это настолько сложно провести, разработать требования к тендерным процедурам. Чаще всего сталкиваешься с проведением тендеров по реконструкции спиртовых заводов, которые было много продано, новые собственники хотят что-то там реконструировать, и читаешь требования к тендеру, там требования к реконструкции. Ну, чаще всего это сводится к тому, чтобы покрасить ферментер какой-то другой краской, да, или просто сбить ржавчину. Ну, это понятно, потому что для того, чтобы разработать техническое задание на реконструкцию, необходимо, в общем-то, владеть этим предметом. Мы бы рекомендовали здесь подходить, руководствоваться критериями квалификационного отбора. Они есть, они регламентированы многими банками. Ну, тоже Европейский банк реконструкции и развития, у него есть положение на квалификационном отборе, которым можно воспользоваться. Есть Европейская комиссия рекомендаций по коллекционному отбору, и руководствоваться, я не говорю, что не должна быть конкуренции, как это выбирать, но лучше будет эффективнее, если руководствоваться вот требованиями коллекционного отбора. Значит, вот из той группы продуктовой линейки, которая была мной представлена выше, с учетом нашего сегодня, темы, заявленной нашей сегодняшней беседы, мы выделяем группу возобновляемых этанолов. Вот очень часто мы слышим биоэтанол в применении к топливному этанолу. Ну, биоэтанол, в общем-то, это этанол, который произведен из растительного сырья. Вот это и есть биоэтанол. И эта группа возобновляемых, она и называется группа возобновляемых этанолов, потому что производится из возобновляемого сырья растительного происхождения. Значит, здесь мы можем выделить также три группы. В первую очередь, это пищевой этанол, который используется для производства спиртных напитков, пищевых добавок, ароматизаторов, в общем, для пищевой промышленности. Вторая группа – это промышленный этанол. Это использование фармацевтики, косметики, производстве растворителей, красок, антиобледенителей и так далее. И третья группа, которая, конечно, на сегодня она наиболее крупная по объемам производства, по ценам, это топливный этанол, который используется в качестве добавки к бензину, например, Е5, Е10, или в качестве альтернативного топлива, так называемый Е85. Безусловно, для нашей ассоциации эта группа представляет большой интерес, но в целом, как группа возобновляемых этанолов, поэтому мы часто, консультируя потенциальных заказчиков, мы рекомендуем им, учитывая высокую волатильность цен на топливный этанол, особенно в последние десятилетия, мы рекомендуем выстраивать полную цепочку, которая позволила быстро перенастраивать на производство там, пищевого этанола нейтрального, экстранейтрального спирта или какого-то там этанола для производства растворителей и в случае хорошего ценового фактора переходить на производство топливного биотоплива, так называемого, или топливного этанола. Ну, сегодня цена на топливный этанол, я вчера смотрел, по-моему, там где-то уже 800 евро за кубический метр, цена упала, но тем не менее она очень привлекательная на сегодняшний день. И сегодня производители топливного этанола, они, конечно, в выигрышном состоянии, хотя можно вспомнить период, скажем, там 15-й, 16-й, 17-й годы, когда цена топливного биоэтанола, ну, я имею в виду цены на Евросоюз, в Евросоюзе, они опускались ниже 400 евро за кубический метр, и тогда многие предприятия были просто закрыты. Значит, ну, поскольку мы заявили о том, что мы поговорим о перспективах топливного этанола в Украине, то я уже перейду к этому разделу моего сообщения. И здесь я выделяю ряд факторов, которые будут влиять на эти перспективы. Первая группа факторов – это внешние факторы. В первую очередь, они связаны, конечно, с тем, что Украина, ну, я думаю, уже никого не вызывает сомнений, станет членом Европейского Союза. И сегодня уже
экономика Украины руководствуется в большей степени соглашением об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое введено в действие, по-моему, 1 сентября 2017 года наступило в действие. Вот, поэтому буду для будущего топливного этанола в Украине необходимо учитывать уже существующую, ну и перспективную законодательную базу, которая существует в Евросоюзе. Сегодня в Европейском Союзе биотопливы, жидкие биотопливы, они регламентируются директивой ЕС, так называемой RED2. И здесь нельзя забывать, что необходимо учитывать так называемое положение о косвенном изменении землепользования. Вот два эти документа, они являются основополагающими. Если посмотреть на эти документы, то здесь первый момент. Для новых членов ЕС, а Украина будет относиться к этим новым членам, может быть применена максимальная норма использования биоэтанола в автомобильных топливах на уровне 2%. Тогда как для остальных, скажем, для старичков, эта норма составляет 7%. Второй момент, то есть это существенное ограничение для производства топлива этанола на украинском рынке. А второй момент. К 2030 году будут значительно ужесточены требования к условиям получения сырья для биотоплива, произведенного из продовольственных культур с учетом прямых и косвенных рисков землепользования. Что это означает? Что в принципе допущен будет на рынок только биоэтанол, ну, учитываться будет только биоэтанол, который произведен из зерна, ну, на каких-то бросовых землях, да, не активных сельскохозяйственных угодьях. И этот фактор очень серьезно может также повлиять на будущее топливного этанола в Украине. Значит, существует на сегодня квота на поставку. Эта квота определена тем соглашением об ассоциации между Евросоюзом и Украиной, которую я уже упоминал. Значит, там, по-моему, 100 тысяч тонн в год уже Украина выходит, но это максимальная то, что можно поставлять в страны Евросоюза без таможенных пошлин. Можно выше, но там достаточно серьезные таможенные пошлины существуют. И надо учитывать еще тот фактор, что когда Украина будет вступать в Евросоюз, то, безусловно, в договоре будут предусматриваться определенные экспортные квоты на производство и экспортирование биоэтанола. То есть, если Украина будет производить топливный этанол, то она будет иметь право его экспортировать в рамках достигнутых договоренностей с Евросоюзом. Без разницы, в какую страну она будет экспортироваться. В Евросоюз или в Китай, или там, в арабские страны. Но эта экспортная квота будет висеть уже как гиря. Поэтому здесь, в общем-то, необходимо уже сегодня вырабатывать Украине продуманную твердую переговорную позицию, чтобы, когда будет идти процесс подготовки и подписания договора, Украина по максимуму отстояла свои интересы. И действительно она имеет на это право, ну и по поводу, как победитель, да, в войне, в чем уже, по-моему, уже практически никто не сомневается. Но и просто потому, что вот такие внутренние условия, возможности для производство сельхозпродукции позволяет Украине требовать увеличенные квоты на производство, на переработку этой продукции. И, в принципе, мне кажется, это достаточно перспективно, это может добиться. Но еще раз повторю, это зависит в первую очередь от позиции самой Украины, украинского правительства. Значит, следующие факторы внешние, которые, безусловно, будут воздействовать на перспективы топливного этанола в Украине. Ну, в первую очередь, я считаю, что на сегодня существует просто завышенное ожидание от производства передового биотоплива из лигноцеллюлозного сырья. Это лесная биомасса, древесные энергетические культуры, отходы лесохозяйственной деятельности, остатки продовольственных кормовых культур, таких как солома, лузга и так далее, и так далее. Ну, вы знаете, что ранее существовала квалификация, выделяющая три поколения биоэтанола. Первое поколение – это то, что мы сегодня говорим, это на основе сельскохозяйственных культур, зерно пшеницы, кукурузы, меласа, сахарный тростник и так далее.
Значит, вторая группа это вот у нас, ну, второе поколение его называли, это на основе лигноцеллюлозного сырья. И третье поколение его определяли как на производство из водорослей. На сегодня третье поколение практически исследования закрыты, потому что там очень высокая энергоемкость получалась, хотя и перспективно, но не получилось. Фактически остались единичные лаборатории, которые продолжают заниматься этим направлением, но в целом вторая группа, она уже третье поколение, можно говорить о его закрытии. Значит, второе поколение, сегодня его не выделяют как второе поколение, а просто называют передовые биотопливы, это по квалификации RED2 Евросоюза. Ну и, собственно, весь мир придерживается этой квалификации, что передовые биотопливы на основе лигноцеллюлозного сырья. Вот здесь, конечно, здесь большая история, можно долго рассказывать, но Европейский Союз имеет завышенную оценку, на мой взгляд, по завышенные ожидания по производству биотоплива на основе этого сырья. Причина здесь в том, что на сегодня пока еще, к сожалению, отсутствуют действующие промышленные технологии производства. Есть экспериментальные установки. Ну вот по данным ОСД, значит, по состоянию на середину 2022 года в ЕС функционировали 4 завода по производству передового биоэтанола. Вот суммарной общей производственной мощностью около 160 тысяч тонн в год. Это 3 завода на древесной биомассе в Италии, Австрии и Финляндии. Причем, ну, я не нашел информацию, что они действительно производят топливные биоэтанолы именно для использования как примеси. Пока они производят, используют ее по другим направлениям. Это экспериментальные заводы, я считаю, там эксперименты продолжаются. И чем они закончатся, пока трудно сказать. Значит, и завод на соломе, это компания Clariant, построенный в Румынии, который особенно в прошлом году наделал очень много шума. К сожалению, пока, с одной стороны, развитие этого направления идет, вкладываются очень большие деньги в поддержку научных исследований, инженерных исследований, пока, к сожалению, не безрезультатно. И когда появится действительно промышленная технология, трудно сказать сегодня. Значит, ну я вот часто вспоминаю о так называемом управляемом термояде. Да? Кто вот родился, мой ровесник, тот помнит, что в 60-е годы прошлого столетия управляемый термояд – это был притча во язык. Вот сегодня мы настроим управляемых термоядерных реакций, и человечество практически навсегда ликвидирует дефицит электроэнергии и вообще производство энергии. Да, это действительно так, но прошло уже вот десятки лет, и мы управляемые термояда до сих пор нет. Тут недавно было сообщение американского правительства, по-моему, Министерства энергетики, о том, что в США добились положительных результатов по производству энергии, по управляемой термоядерной реакции. Ну, это, конечно, будет революция, но пока там это, опять же, экспериментальная установка, которая требует очень большого еще периода времени, не менее 10 лет, на то, чтобы выйти на какое-то промышленное производство. Поэтому сегодня более перспективное направление – это возобновляемые источники энергии, это та же биоэнергетика, солнечная энергетика, ветровая энергетика, морская, гидро и так далее, и так далее. И совершенно правильное направление – или на ее развитие. Значит, поскольку в Украине особо значимые объемы сырья это является солома, и здесь бы могло бы найти применение строительства заводов по производству топливного этанола на соломе, я внимательно стараюсь наблюдать за такими технологиями. Вот меня заинтересовала Клариант, да, значит, который был запущен еще где-то в конце 2021 года. Мощность завода 50 тысяч тонн передового биоэтанола. Сырье это 250 тысяч тонн местного сырья солома. Значит, стоимость проекта
по заявлению к варианту 140 миллионов евро, из которых 100 миллионов составили собственные средства и 40 миллионов было получено от различных фондов ЕС. Значит, ну вот кто читает мою страницу Интеграферм в Фейсбуке или является членом группы Интеграферм, тот должен помнить мои две статьи, посвященные анализу работы этого завода. Я их печатал где-то в конце 2021 года, и там я высказал достаточно серьезный скепсис по отношению к перспектив этого завода. Ну, собственно, это и подтверждается. Вот в июне 2022 года я прочитал сообщение в румынских газетах о том, что там производят биоэтанол на основе соломы и фуражной кукурузы, да, то есть уже нет там чистой соломы, значит, явно технологический процесс хромает. Ну, а буквально вот недавно, в декабре месяце, уже к концу года, Клариант объявила о том, что она обесценила активы завода на 220 миллионов евро, фактически показала убытки из-за плохой убыточной работы. Значит, да, они столкнулись с огромными трудностями технологическими. И, в общем-то, как я и предсказывал, завод этот, ну, он останется как экспериментальный еще долгие-долгие годы, но это не технология промышленного применения. К сожалению, сегодня говорить о том, что в мире существуют технологии промышленного применения для производства биотоплив на основе лигноцеллюлозного сырья, это... Ну, к сожалению, пока этих не существует. Хотя, конечно, если бы были такие открытия произведены, то это было бы, ну, равно той же самой управляемой термоядерной реакции, потому что глюкоза, извлеченная из этого сырья, это просто бесконечный источник и для производства продуктов питания, и для энергетики и так далее. Но, к сожалению, ситуация она вот такая. Поэтому не стоит сегодня... Вот так вот в перспективе, в ближайшей ориентироваться. А я знаю, что есть такие желающие построить сегодня такие заводы, но это заводы не будут иметь промышленного применения. Значит, далее. Фактор, который действительно может повлиять, и сегодня многие высказывают скепсис в отношении биоэтанола, топливного биоэтанола, это о том, что в 2022 году Европарламент и Евросовет достигли соглашения, что с 2035 года в Европе будут регистрироваться легковые автомобили только с нулевым уровнем выбросов CO2. Но на сегодня из всех альтернатив двигателя внутреннего сгорания в наибольшей степени отвечает только электромобиль. Однако их применение сдерживает, и все вы это прекрасно знаете, это высокая стоимость. При производстве аккумуляторов, используемых в электромобиле, выделяются значительные объемы парниковых газов. Источники электроэнергии, которые применяются при заправке электромобилей, они не всегда являются экологически чистыми. Они зачастую до сих пор производятся на угольных станциях, на каких-то газовых установках. Значит, они достаточно неудобно, да даже недостаточно, они серьезно неудобны в эксплуатации. Ограничение зарядных станций, значит, ограниченные пробеги электромобилей, там масса проблем, поэтому, значит, те же европейцы, они достаточно прагматичные люди, и они, в общем-то, не особо спешат переходить на электромобили, хотя, конечно, переходят. Вот по результатам продажи в третьем квартале 2022 года, например, значит, автомобили с дизельными и бензиновыми двигателями доминируют и составили, ну, 54% от общего объема продаж. Гибридные электромобили составили 22%. И электромобили проходят около 12% от общего числа регистраций новых легковых автомобилей в Европейском Союзе. Ну, как видите, тенденция, она уже долгие годы такая тенденция идет. Да, рост потребления автомобилей, он явный. Он опережает рост потребления, там, скажем, тех же дизельных и бензиновых двигателей. Но, тем не менее, если учитывать, что средний срок эксплуатации легкового автомобиля в ЕС – это 10 лет, это официальные данные Европейского Союза, а срок окупаемости завода по производству биоэтанола 5-7 лет, то... Ну, в 35-м году будет куплен большое количество дизельных, бензиновых автомобилей.
они еще будут 10 лет эксплуатироваться. То есть перспективы строительства заводов сегодня и еще в ближайшее время, они достаточно хорошие, можно строить, не опасаясь, что там в 35-м году ваш завод должен будет закрыться. Ну, срок окупаемости завода 5-7 лет, к этому периоду уже может дважды как минимум себя окупить. Значит, ну, еще, там, скорее, внутренний фактор. Значит, внешний фактор. Если говорить о внешнем факторе, то мировой рынок топливного этанола оценивается 86 миллиардов в 2021 году и по прогнозам достигнет в 31-м там 130, более 130 миллиардов долларов по объему продаж, и в среднем будет расти на 4,6% ежегодно. Значит, во многих странах, действительно, сегодня в европейских странах растет потребление топливных смесей Е10, Е15, Е20. Значит, основными драйверами мирового роста потребления биоэтанола это будут страны Юго-Восточной Азии, безусловно, ну, как и по большинству продуктов, собственно. Вот. Поэтому Украине, опять же, повторюсь, следует строить эти перерабатывающие комплексы по производству биоэтанола с ориентацией экспорта основных объемов на мировой рынок. Ну и еще раз напомню, что Украине необходимо будет отстаивать соответствующие экспортные. Значит, по внутренним факторам. Ну, первый, конечно, серьезный фактор – это отсутствие государственной поддержки до сегодня времени, это развитие биоэтанольного производства. Нет закона, обязывающих использовать топливных смесей на основе биоэтанола, хотя появление закона мы ждем уже достаточно долгий период, и, собственно, там первая редакция была принята, по-моему, чуть ли в 2011 или 2012 году, потом он долго откладывался, корректировался и так далее, и так далее. Но, тем не менее, прошло уже более 10 лет, да, 10 лет, но закона по факту нет. Значит, биоэтанол является подакцизным товаром. И, к сожалению, сегодня строительство биоэтанольных заводов, оно не очень привлекательно в применении к индустриальным паркам Украины, где строительство заводов, перерабатывающих комплексов могло получить значительные льготы от государства. Второй серьезный фактор, который я выделяю специально, он очень серьезный, это многолетняя дискриминация биоэтанола в украинском обществе с широким использованием устаревших мифов. Ну, первое, то, что биоэтанол наносит вред автомобильным двигателям. Значит, общемировая статистика говорит о том, что автомобили, выпущенные после 2000 года, совместимы топливными смесями Е10, это как минимум, без какого-то вреда они могут его использовать. По информации украинской компании «Аутоконсалтинг», на начало 2021 года средний возраст легковых автомобилей в Украине составлял 22,7 лет. То есть абсолютное большинство эксплуатированных в Украине легковых автомобилей совместимы для работы со смесями Е5, Е10. Это раз. Второе, значит, постоянно приходится сталкиваться, циркулируется обсуждение, что производство биоэтанола из пищевых сельскохозяйственных культур наносит вред мировой продовольственной безопасности и вызывает рост цен на продовольствие. Значит, ну вот как раз большой, очень серьезный кризис производства топливного этанола в Евросоюзе был связан с этой проблемой, когда ну, определенные лоббирующие круги, в первую очередь подпитываемые из производителей, из переработчиков, производителей нефтепродуктов, значит, запустили вот эту вот утку. В результате Евросоюз отменил так называемую, тогда была программа 20-20-20, когда использование биоэтанола должно было достигнуть 20% в Евросоюзе к 2020 году. Шла очень большая борьба, многие заводы позакрывались, но тем не менее, вот такой аргумент, он был опровергнут в 2017 году, когда был опубликован отчет исследовательских организаций Германии под названием «Оценка применимости биоэтанола первого-второго поколения в контексте предложения РЭД-2». И выводы отчета были однозначно, что эти аргумент о том, что
биоэтанол на основе сельскохозяйственных культур наносит вред мировой продовольственной безопасности, это был надуманный аргумент, и там достаточно хорошо этот аргументированно этот посыл опровергается. У меня также были несколько статей по этому поводу, их можно найти в интернете, почитать о вреде этанола первого поколения. Эти же исследования были подтверждены независимым бельгийским институтом. Сегодня, наоборот, надо учитывать, что производство биоэтанола – это, в первую очередь, конверсия излишка углеводов в белки. Сегодня действительно в мире, в сфере производства сельскохозяйственных продуктов колоссальный избыток углеводов, углевод содержащего сырья, это зерновые культуры, и колоссальный недостаток белков, в первую очередь белков, которые могли бы идти на корм скоту, белки, которые применяются для питания человека. И вот этот, мы же знаем, что переработка зерновых в биоэтанол дает такую великолепную высокобелковую кормовую добавку, как DDGS, и она применяется в Европейском Союзе в очень больших количествах. Значит, производство мировой сои не закрывает все потребности в растительных белках. И, в общем, там тоже свои особенности производства сои, нанесения вреда почве и так далее. Поэтому этот положительный фактор в последние годы особенно выделяется, концентрируется. Значит, ну, действительно, очень много существует такого ошибочного позиционирования на рынке Украины, что биоэтанольный завод – это какое-то монопродуктовое производство. Необходимо сразу же учитывать, что завод производства биоэтанола – это комплекс, перерабатывающий комплекс, который выпускает три основных продукта. Это топливный биоэтанол, это высокобелковая кормовая добавка DDGS и сжиженный углекислый газ СО2. Каждый из продуктов имеет свой рынок сбыта, устойчивый рынок сбыта, очень хорошие цены. И когда мы будем считать эффективность работы завода и учитывать все эти три продукта, то эффективность завода получается, как правило, достаточно высокая. Ну и четвертый фактор, здесь можно его там, ну, как угодно толковать, имею существует, что отсутствие в Украине закона, обязывающих использовать топливных смесей на основе биоэтанола, компенсируется, с другой стороны, отсутствием запретов на использование, на их использование. И мы сейчас знаем, что на заправках в Украине уже продают топливные смеси Е5, по крайней мере, есть Е10, которые и серьезно дешевле обычного бензина, и здесь просто рынок может сам отрегулировать использование этих топливных смесей. Если будет серьезное ценовое преимущество по отношению к традиционным бензинам, я думаю, что автомобилисты разберутся и будут заправлять автомобили. Значит, пятый фактор, который я хотел обратить внимание, это технология производства этанола. В Украине, к сожалению, отсутствует современные отечественные технологии производства этанола. Много попыток развития производства биоэтанола на базе устаревших технологий предприятий спирта, Укрспирта. Это действительно устаревшие технологии. И большинство, практически все, которые разработаны еще в Советском Союзе, никакого развития они не имели. И сегодня просто технологическое отставание колоссальное. Поэтому здесь ничего зазорного нет, надо брать опыт передовых стран, надо покупать эти технологии и на их основе уже развивать собственные технологии. Но это переходный период, через который прошли все практически страны, которые сегодня относятся к передовым. И послевоенная Германия, Япония, Южная Корея, особенно яркий показатель это Южная Корея, да? Совершенно отсталая страна, которая стала одним из основных технологических мировых лидеров. К сожалению, зачастую приходится сталкиваться в практике с декларированием технологических решений и возможностей, которые на самом деле не соответствуют действительности. Я вот хотел бы обратить внимание слушателей, чтобы были внимательны при выборе разработчиков технологии производства биоэтанола. Ну и шестой момент, с которым я уже
уже последние несколько месяцев часто встречаюсь. Это перспектива замещения метанола при газодобыче топливного метанола. Ну, на мой взгляд, это очень сомнительная перспектива, потому что метанол, он просто дешевле. Вот я, ну и правда, я уже месяц назад смотрел эту стоимость, не сверял сегодня, но я не думаю, что там что-то кардинально изменилось. Вот метанол 535 евро, средняя цена в 2022 году, биоэтанол 910 евро за тонну. Я думаю, что просто сегодня, да, метанол для внутриукраинских нужд, метанол поставлялся из России. Сегодня такие поставки прекращены, и в качестве временного замещения там топливным, так называемым этанолом, это можно допустить. Но когда экономика будет останавливаться, безусловно, эту нишу заполнит метанол европейского производства или какого-то другого производства, не российского. И здесь, мне кажется, перспективы его использования в этом качестве, я имею в виду топливный этанол, в этом качестве достаточно сомнительны. Значит, я хотел обратить внимание, что 9 ноября было опубликовано совместное письмо крупнейших мировых ассоциаций, объединяющих производителей возобновляемых этанола. Я здесь привожу вам перечень этих ассоциаций, в том числе и Европейская ассоциация возобновляемых этанолов, в котором они обращают внимание на то, что перспективы применения биотоплива на основе сельскохозяйственных культур приносит пользу окружающей среде, содействует сокращению выбросов парниковых газов, обеспечивает продовольственную безопасность путем производства высокобелковых кормовых продуктов, положительно влияет на здоровье человека, приносит пользу сельским сообществам, в первую очередь обеспечивает занятость и имеет большие перспективы использования в авиационной отрасли. Ну, собственно, все. Я тут задержался. Ну, хотел бы еще кратко представить вам Украинскую ассоциацию промышленных биотехнологий. Это новая ассоциация. Она зарегистрирована в сентябре прошлого года. Миссия ассоциации – это повышение удельной части промышленных биотехнологий во внутреннем валовом продукте Украины до уровня стран ЕС и обеспечение устойчивого развития промышленных биотехнологий. Президент нашей ассоциации Александр Батасин, украинский предприниматель, экономист, советник Национальной инвестиционной рады при президенте Украины. И, пожалуйста, сайт нашей ассоциации. Ну и хочу, в общем, сделать сообщение о том, что 15 февраля мы планируем проведение большой онлайн-конференции международной на тему развития Украины отрасли. В нашей конференции примут участие представители европейских технологических компаний, поставщиков оборудования. В первую очередь я назову эту компанию Fogel Busch будет выступать, и компания Чинзан из Турции. Ну, они, и та компания достаточно известна в Украине, они с удовольствием примут участие в нашей конференции, поэтому мы, наблюдайте за анонсами, мы будем активно рекламировать проведение этой конференции и надеемся, что вы на нее примете участие. Спасибо за внимание, спасибо за терпение, и я готов буду ответить на вопросы, ну или какая-то дискуссия. Да, спасибо, спасибо, Александр. Вы, наверное, остановите тогда, да, презентацию вашу. Ну, у нас есть несколько вопросов в чате, но я сначала хочу тоже задать от себя несколько вопросов, потом мы будем миксовать с чатом. Ну вот такой вопрос. И все-таки Украина потребляет, ну, около 2 миллионов тонн бензина, да, в год. Если мы даже 10% этого бензина заменим биоэтанолом, мы получим квоту, ну сколько, 200 тысяч, да? 200 тысяч тонн биоэтанола. И еще 100 тысяч мы можем вывести на экспорт, да? 300 тысяч. То есть вот как бы наш предел, ну, в Европейский Союз имеется в виду, по квоте 300 тысяч. Насколько я знаю, вот такие современные биоэтанольные заводы, они вообще там по 100 тысяч строятся, размер, да? То есть это, грубо говоря, три таких 100-тысячника, и мы, в принципе, закроем, ну, максимально закроем весь возможный рынок Украины. Вот правильно? Или есть еще что-то, где-то, куда еще можно биоэтанол использовать? Нет, ну, на сегодняшний день это правильно, хотя вот я часто встречал оценку внутреннего рынка Украины в объеме 300 тысяч тонн.
Ну, эта цифра, она может, конечно, уточняться, меняться. Сегодня-то по факту она меньше, конечно, еще. Значит, да, вот сегодня, если складывать, то она арифметика будет такая. Но сегодня топливный этанол практически без ограничений может экспортироваться на мировой рынок, не обязательно в Европейский Союз. Поэтому здесь нет ограничений. Здесь только ограничения будут, это эффективность самого предприятия, его себестоимость производства, технологические решения, которые обеспечат конкурентоспособность этого продукта на мировом рынке, да, потому что там достаточно сложная ситуация. Там придется конкурировать с американскими производителями, придется конкурировать с теми же производителями на сахарном тростнике Аргентина, Бразилия. Но, тем не менее, такая возможность, она есть. Здесь не обязательно строить огромные заводы. Да, конечно, это там, вот, скажем, США, там огромные предприятия на 200, 300, на 400 тысяч тонн в год. Но там очень сложная логистика, учитывая там развитие логистики в США, там это возможно. В Украине это будет намного сложнее, практически нереально. Но серия небольших заводов, она вполне может работать, функционировать и достаточно эффективно, и с низкой себестоимостью, и выходить, спокойно конкурировать с основными мировыми производителями. Здесь надо просто внимательно просчитывать варианты технологических решений при строительстве. Поэтому здесь уже сегодня можно говорить о том, что каких-то таких законодательных физических ограничений нет для производства биоэтанола в Украине, имеется в виду на экспорт. Евросоюз, да, то, что повторюсь, и то, что мы с вами тогда беседовали, говорили, здесь нужна жесткая переговорная позиция. Но ведь Евросоюз, он все равно допускает на свой рынок, и иногда это делает умышленно, да, нашумевшее, по-моему, 2 года назад соглашение, по-моему, с Бразилией, со странами Южной Америки о том, что на европейский рынок допускается там бразильский и аргентинский биоэтанол в объеме 600 тысяч тонн в год. Но Евросоюз это делает сознательно для того, чтобы не было монополизма, да, чтобы провести там, ввести фактор конкуренции, и почему бы такие квоты там на 600, на 700 тысяч не получить Украине. Вопрос переговорного процесса, вопрос позиции украинского правительства при вступлении в Евросоюз. Поэтому я бы ориентировался здесь на, в целом на потребление мирового рынка. Еще один вопрос. Вот, значит, вы сказали, что даже современные автомобили там после 2000 года, ну, максимум 10%, да, они могут принимать биоэтанол в смеси с бензином. Ну, если посмотреть, что биоэтанол, он тоже как бы за собой какой-то углеродный след несет, да, то есть сокращение выбросов, то есть замена бензина может быть на 10%, а сокращение выбросов СО2, ну, еще меньше, ну, условно на 5%. То есть, как бы, если посмотреть это как на способ декарбонизации транспорта, ну, так похоже, что мы максимум можем 5% всего сократить выбросы парниковых газов. То есть, не очень большой результат. И вот вопрос, а нельзя ли довести биоэтанол, ну, полностью до качества бензина? Ну, так, чтобы мы могли заливать, грубо говоря, 100% там, или 85%. Ну, один из способов – это адаптировать двигатель, да, то есть вот под Е85 нужны специализированные двигатели. Но, возможно, есть другой путь, когда мы просто биоэтанол можем довести до качества бензина и заливать его в обычные двигатели существующие. Ну, собственно, в биодизеле есть подобная история. Если мы просто биодизель хотим добавлять для использования в дизельных двигателях, там тоже ограничения, там 7-8%, такие примерно. Но если мы его гидрогенизируем, да, то есть уберем из него кислород, то там уже до 50% спокойно он добавляется к дизелю. Вот нет ли в биоэтаноле подобной истории? Нет, я думаю, что здесь все равно, если... Ну, у нас же есть примеры использования 100%, да, это же Южная Америка, в которой автомобили ездят вообще на 100%. Биоэтаноле, но там же специальные двигатели для этого же, и здесь вряд ли это... Мы же должны учитывать, что биоэтанол, он гидроскопичен, он быстро впитывает воду, эксплуатация его затруднена, и здесь нужны будут специальные доработки
уже самих двигателей. Ну, я, по крайней мере, с такими исследованиями не сталкивался, и мне кажется, здесь мало перспектив на что-то. Нужна будет доработка и применение специальных двигателей. Как это делается в Бразилии, как это делается в Аргентине. Да, конечно, использование топливного биоэтанола – это не идеальный вариант для декарбонизации автомобильного транспорта. Но сегодня это лучший вариант, чем использование просто традиционного бензина. Все равно эти смеси. И это же я сказал, после 2000 года все практически могут применять, все автомобили легковые могут применять смеси Е10 без опасений за свои автомобили. Но более новые автомобили, там, после 2010 года, они могут спокойно заливать Е15. А вот на даже Е20, значит, на есть такая ассоциация возобновляемых этанолов, я уже упоминал, Европейская ассоциация возобновляемых этанолов, у нее на сайте есть счетчик. Значит, вы можете зайти на сайт, ввести данные вашего автомобиля, модель, год выпуска, там параметры двигателя, и он вам выдаст этот сайт, какой топливной смеси ваш двигатель, какую топливную смесь ваш двигатель можно использовать, заливать без опасений его вывести из строя. И я просто рекомендую этим пользоваться. Ну, пока вот таким вот образом. Вот еще вопрос. Вот после спиртовая борда, ее как бы два применения может быть, да? Пустить на производство биогаза или пустить на производство вот белковых кормов, этих DDGS. Вот по экономике, ну, насколько вот я видел оценки, сейчас выгоднее пустить в биогаз. Биогаз или в биометан, то есть поскольку цены резко поднялись на энергию, то выгоднее получается его перевести в энергию, чем в белки. Вот ваша какая оценка? Ну, сегодня наша практика, по крайней мере, вот на двух проектах, она уже показывает, что это так. Это так. А здесь ведь еще и я думаю, что такая тенденция в ближайший год, она сохранится. Но здесь еще надо учитывать тот фактор, что очень много желающих построить заводы, ну, скажем так, в сельскохозяйственной глубинке. И здесь вопрос энергообеспечения очень остро встает. Это вопрос обеспечения автономности, да, этого завода. Здесь это просто, ну, исключительное решение и самое эффективное – всю барду направлять на биогаз и в конце концов, доочищать его там же, да, чтобы повысить КПД его использования, то здесь, конечно, на сегодняшний день, да, в общем-то, и даже не на сегодняшний день, это путь такой, мне казался, более приемлемый, использование для производства биогаза и снижения покупной энергозависимости от сторонних источников. Даже без сегодняшней стоимости биогаза. Я думаю, что перспектива будет именно в этом, что все-таки послеспиртовую базу, барду использовать для производства биогаза с тем, чтобы в первую очередь закрыть собственные нужды, ну а второе, излишки продавать той же электроэнергии или там того же биометана, надеюсь, к тому времени уже будет, ну, по-моему, уже допущено, да, в общей сети, не буду вдаваться в это уже тему. Перспективно, да, использование послеспиртовой барды для производства биогаза. Ну вот несколько вопросов из чата. Прокомментируйте, пожалуйста, влияние ряда сельскохозяйственных культур, особенно рапса, на плодородие почвы. Как решается эта проблема? Благодарю, Анатолий Мельчук. Ну, это, наверное, вопрос не ко мне. Как производство рапса влияет на плодородие почвы? Это вопрос, наверное, все-таки специалистам сельского хозяйства. Я к ним не отношусь. Поэтому, пожалуйста, я хорошо, на это не отвечу. Понятно. Ну, рапс – это одна из олийных культур, да, и тогда можно также задать вопрос закона, как влияет подсолнечник на земли. И вообще все олийные культуры, они достаточно много берут из земли. Поэтому обязательно соблюдение. Рапс – это культура, которая исторически одна из основных масличных культур в Евросоюзе.
она используется не только для производства биодизеля, просто для пищевой промышленности. Это серьезный источник. И человечество веками сталкивалось с этой проблемой. Для этого придумали там севообороты там, и так далее, и так далее. Значит, и я опять вот одну цифру еще назову в применении к топливному этанолу, что сегодня, скажем, Европейский Союз для производства топливного этанола использует только 1% пахотных земель. Ну, конечно, здесь есть определенное лукавство, потому что очень много топливного этанола производится из той же украинской кукурузы, которая привозится там, отгружается в испанские порты. Ну, по крайней мере, это было до войны так. Но, тем не менее, это не оказывает влияния на какую-то продовольственную безопасность. А землепользование – это просто грамотно, это вопрос участников сельскохозяйственного производства. Да, кто-то истощает землю не только рапсом, и кукурузой, и пшеницей, и так далее. Мы это знаем. Вот спрашивают, можно ли получить вашу презентацию. По-моему, вы давали нам, да, добро на распространение. Вот, да, если... конечно, это, да? Я думаю, ну, что... Тогда я попрошу, значит, свою коллегу разместить ее прямо сейчас в чате. И второе, мы ее выложим, когда будем, ну, трансляцию на сайте UABIO и на фейсбуковской страничке UABIO. Мы разместим вместе с трансляцией этой записи, мы разместим и презентацию. Поэтому хорошо, вы ее... только спасибо скажу, да, кому она будет полезна, конечно. Это... Так, задают вопрос при вырабатывании глюкозы с кукурузной муки после прохождения прессования можно получить вторую вторичную сырье в виде теста. Не пробовал ли кто-то из данной сыровины получать биогаз? Возможно, экспериментально. Не знаю. Вопрос, я не готов. Есть у вас такой опыт? Немножко, честно говоря, можно еще раз вопрос? Значит, при производстве глюкозы из кукурузной муки после прохождения прессования можно получить вторичное сырье в виде теста. И вот можно ли из этого теста получать газ? Там, наверное, немножко не так. Все-таки глюкоза у нас не производится из кукурузной муки. Глюкоза у нас производится из кукурузного зерна. Причем даже и это не так, потому что глюкоза производится из крахмала. Значит, еще раз, процесс переработки зерна в основном сегодня идет, это мокрый помол, в процессе которого зерно разделяется на компоненты. И, ну, там богатое использование воды, всевозможных сепараторов, выделяется поэтапно. Кукурузный зародыш отправляется отдельно, сушится, как отдельный продукт уже реализуется, либо можно давить из него кукурузное масло. Значит, выделяется, ну, грубо говоря, это отруби, да, его еще часто называют сухой глютеновый корм после прохождения сушки, это кормовая добавка. Выделяется кукурузный глютен, там никакой кукурузной муки не появляется. И четвертая фракция, которая выделяется, это крахмальное молочко. Это крахмальное молочко, оно может идти на дальнейшую там сушку и так далее, и получаем нативный крахмал, который сам по себе является сырьем. Либо он направляется на дальнейшую переработку, крахмальный гидролиз, и мы получаем глюкозу. Значит, вот если вернуться к начальному этапу, когда мы получаем вот эти компоненты, кукурузный зародыш, отруби, значит, глютен, да, это можно не сушить, это можно все в одну, грубо говоря, емкость сливать и направлять на производство биогаза. Да, и достаточно эффективной будет биогазовая установка с хорошими объемами и хорошо управляемая. Ну, есть такие процессы. Да, это просто уже решение собственное. Это не обязательно эти продукты сушить, продавать, а можно использовать для производства биогаза. И достаточно эффективные решение для многих проектов. Ну, я от себя добавлю, что из кукурузы можно получать биогаз на любой стадии. Да? Если вы кукурузу заготовите в виде силоса, это вообще идеальное топливо для биогаза. Очень много установок работает на биогаз. Безусловно, если вы, конечно, как бы зерно готовы по
по экономике использовать для биогаза, из зерна будет прекрасный биогаз. Если вы уже после сброживания зерна, там, борду вот эту хотите пустить на биогаз, то же самое. Поэтому я думаю, на любом этапе вот вы можете... Нет, ну там вопрос-то касался кукурузной муки, я поэтому специально подробнее. Да, конечно, можно сразу же кукурузное зерно, и мы же ведь знаем технологии производства этанола, когда не применяется мокрый помол, а когда зерно просто дробится, потом замачивается, происходит процесс осахаривания, значит, и там выделяется уже эта смесь, и она направляется, даже ничего не выделяется, она просто, эта смесь направляется на производство спирта, на процессы брожения, а потом уже идет разделение, там свой процесс идет. Но тут вот вопрос касался кукурузной муки. Вот комментарий в чате, значит, с учетом количества кукурузы, которая выращивается в Украине, нужно брать опыт Бразилии и переходить на независимость от импорта бензинов и использовать Е85. Вот такая категорическая такая рекомендация. Ну, она, в принципе, так как категоричная и как... демонстрационно она имеет место быть, хотя это, конечно, технически нереально, это перевод, надо учитывать автомобильные парки и так далее. Ну, почему ориентироваться обязательно, я думаю, что не очень эффективный путь. Все-таки я надеюсь, что будут открытия и по использованию лигноцеллюлозного сырья, я все-таки очень надеюсь на это, и тогда действительно это биотопливо вытеснит все, и не надо никаких Е85. Значит, развитие электромобилей, оно, безусловно, будет продолжаться и тоже вытеснит бензиновые и дизельные двигатели, поэтому нужно идти уже этим путем. Но здесь можно интересный опыт, если уж про опыт, интересный опыт – это опыт соседней Венгрии, да, которая имеет, ну, допустим, там биопанония, да, огромный завод по переработке 1 100 000 тонн зерна кукурузы, выпускает там более 300 тысяч тонн биоэтанола, потом выпускает DGC, построил на этом базе, на этой базе практически научный исследовательский институт, где разрабатывают собственные технологии ферментации, они занимаются экспериментами по разработке технологии производства лизина, который имеет, ну, достаточно ограниченный доступ к этим технологиям. И вот этот опыт положительно, я всегда его привожу в качестве примера. 1 100 000, ну, это Венгрия, да, а Украина-то с его потенциалом может, ну, как минимум 5-6 таких заводов построить. И рынок сбыта будет, и высокоэффективное производство. Да, там проблемы логистики больше будут, но они решаемы, особенно сейчас, когда инфраструктура будет активно восстанавливаться, и там все эти недостатки логистических связей, они будут учтены, безусловно. Я бы опирался на такой опыт. Так, следующий вопрос. Сейчас украинские сети автозаправок завозят бензин из ЕС уже с содержанием биоэтанола, в частности Е10. Как вы считаете, не мешает ли это отечественному производству биоэтанола? Надо строить отечественное, организовывать отечественное производство и отечественное производство смесей. Сегодня просто некому конкурировать. И местные производства, они всегда, ну, при хорошем качестве, при хорошем цене имеют шанс вытеснить все остальное. Но это конкуренция рыночная. И здесь не помешает. Не помешает. Надо заниматься, надо строить, надо реализовывать этот товар в Украине и вытеснять. Ну, есть же программы импортозамещения, которыми занимаются в правительстве. Вот это будет один из активных элементов этой программы импортозамещения. Так, вот я вижу, уже разместили ссылку на презентацию. Все, кто хочет, в чате посмотрите ссылку, и можно ее скачать оттуда презентацию. Так, была поднята рука, но уже не вижу, уже опустилась. Если кто-то хочет задать вопрос голосом. А вот есть Виктория Красенко. Пожалуйста. Якщо можна, дякую. Доброго дня, шановний пане Олександре. Дуже дякую вам за ваш виступ. І з великою приємністю побачила, що одним із факторів
успішної реалізації будь-яких біотехнологій, ви бачите висококваліфікований персонал. Як людина, яка займається саме підготовкою такого висококваліфікованого персоналу, а я є гарантом підготовки магістрів за спеціальністю саме промислова біотехнологія, хотілося б дізнатися, чи є у вас якісь вимоги, чи можливо ви розкажете більш докладно, якими мають бути ці наші випускники, тобто яким вимогам має відповідати висококваліфіковані промислові біотехнології? Ну, наверное, кратко я не смогу ответить на этот вопрос. Это отдельная тема для разговора. Я могу только сказать, что в Украине есть, безусловно, база для... Есть достаточно квалифицированный персонал. Ну, во-первых, в Украине развита неплохо эта дрожжевая промышленность, и там уже есть специалисты. Есть ряд вузов, которые готовят специалистов такого профиля. Я-то этот вопрос обсуждал... В 2021 году, в марте месяце, когда я в Одессе встречался в Академии харчевых технологий. Да? Я как раз представляю Национальный университет харчевых технологий Мисто Киев, кафедра биотехнологии и микробиологии. А мы познакомились с ректором этой академии, с Борисом, да, Егоровым, и он обменялись мнением, он пригласил меня туда, и мы там обсуждали вопрос подготовки кадров именно непосредственно для таких заводов. И обсуждали, какова должна быть программа, какие требования, какое там оборудование должно быть уже непосредственно в академии. Я вот 30 января я буду в Киеве, и в принципе на презентации там есть мои телефоны, позвоните, и мы с вами можем договориться о встрече и обсудить перспективы. Чудово, чудово. Дуже вам вдячна, дуже вдячна. Спасибо тому, вам. Да, друге питання знімається. Думала якраз запитати про перспективи можливої співпраці. Ну, з вашого боку ініціатива, це дуже чудово. Дякую вам. Дякую вам. Ми завжди готові до співпраці. Дзвоніть і будемо зустрічатися. Дякую. Ми відповіли на всі питання. І піднятих рук я теж не бачу. Давайте ще можливість задати, буквально останню можливість задати питання, якщо є. Так, якщо немає, то тоді будемо завершувати. Ми, в принципі, якраз півтори години. Георгій, вас почему-то дуже плохо слышно. Плохо слышно. Какие-то перебои пошли. Ближе. Я ж без электричества сижу, тут уже все повключал мобильное, поэтому, наверное, и не слышно. Вот, но надеюсь, все-таки сейчас на завершение еще мне хватит заряда. Хочу всех поблагодарить за активное участие, поблагодарить Александра за согласие выступить у нас, пожелать ему всяческих успехов вот в развитии этого направления, очень важного для Украины. Вот. И пригласить всех на наше следующее ее BioFriday. Она будет через 2 недели, тоже в пятницу, в 3 часа. Это будет презентация американской компании, производителя оборудования для обогащения биогаза. То есть компания, которая обогащает биогаз до качества природного газа. Вот они уже начали работать в Украине, у них есть уже, значит, офис, они вступили в нашу ассоциацию. Мы вот хотим познакомить украинский рынок вот с их технологиями. Достаточно опытная и такая продвинутая компания. Вот, и на этом я хочу завершить нашу работу. Еще раз всем спасибо, до новых встреч. Всем спасибо, всего доброго, до свидания. До свидания.